Добрый день! В прямом эфире нового Нижегородского телевидения в новом сезоне и в новом качестве программа «Здравствуйте». Программа о самом важном, о здоровье и обо всем, что с ним связано. Ведь здоровье – это не просто отсутствие болезней. Это еще и наше психологическое благополучие и умение адаптироваться к различным ситуациям, сохраняя позитивный настрой. Наконец, это бодрость и любознательность. И вот всего этого, уважаемые телезрители, я вам от души желаю. И, пожалуйста, оставайтесь нашими телезрителями, смотрите нашу программу, будьте здоровы. Надеемся, мы будем для вас интересны и полезны. О том, что сегодня в нашем выпуске, расскажу прямо сейчас. Что сегодня в выпуске, расскажу прямо сейчас. Обзор новостей и любопытных публикаций медицинских сообществ из сферы здравоохранения. Календарь здоровья, прогнозы на выходные и следующую неделю для метеочувствительных. Сушим все о переработке даров осени с уменьшением потерь полезных веществ в новозеландских сушилках из зидри. Заводим копилку заблуждений и разбираем миф первый о плесени на хлебе, которую якобы можно обрезать. Ну и, конечно, у нас в студии сегодня обязательно будет гость, врач, и пойдет речь об одном очень неприятном заболевании, в группу риска которого попадают люди, которым за 50. Но, кстати, иногда и более молодые. Правда, сейчас я вам это заболевание, дорогие друзья, не назову. Дело в том, что все о нем слышали, но вот как бы реальную его опасность, угрозу этого заболевания и лично для себя, и для своей семьи, близких – как-то не очень предполагают. Ну, наверное, потому что недостаточно знакомы вот именно с этим заболеванием, вот в полном объеме знаний не получали. А это очень важно. Вот давайте мы с вами поступим как? Я назову сейчас цифры, статистику и факты, которые говорят как раз о том, насколько это заболевание часто встречается и насколько оно серьезно. А вы по ним попробуйте понять, все-таки о чем же у нас в программе пойдет речь. Если вы узнаете это заболевание, то у нас есть вот такой небольшой приз, очень приятный подарок. Это два билета пригласительных в музей занимательных наук «Кварки» от телекомпании ННТВ. Пожалуйста, мы готовы его вручить тому, кто нам позвонит и первым, собственно, ответит на этот вопрос. Вот о чем мы говорим, о каком заболевании речь. Телефон прямого эфира 4-3-4-3-4-7-7. Пожалуйста, послушайте, и давайте мы тоже вот, с удовольствием вручим вам приз и узнаем о том, чем опасно заболевание. Давайте, по данным Всемирной организации здравоохранения, по распространенности среди неинфекционных болезней уступает только сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии и диабету. В результате этого заболевания, вот только задумайтесь, после 50 лет каждая третья женщина и каждый пятый мужчина испытают перелом. Причем последствия, конечно, это боль, потеря качества жизни, зачастую утрата самостоятельности и инвалидность. Посчитано также, дорогие друзья, что женщины старше 45 лет из-за осложнений в результате этого заболевания проведут времени в больнице больше, чем из-за рака груди, инфаркта миокарда, диабета и других заболеваний. И хотя это заболевание чаще всего относят к женщинам, у мужчины риск переломов выше на 27%, чем риск рака простаты. Наконец, последнее и самое, наверное, неприятное. Это заболевание развивается бессимптомно. Мы просто живем, ничего не знаем, все у нас хорошо, и вдруг в один прекрасный момент, без всяких причин, раз и перелом. Итак, вы догадались, о каком заболевании идет речь? Пожалуйста, звоните 4-3-4-3-4-7-7, отвечайте, а мы пока посмотрим новости. Одна из обсуждаемых тем – мониторинг данных миллиона пациентов, проведенный известными кардиологами. Врачи не нашли доказательств связи между уровнем плохого холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями, так что рекомендация снижать его под сомнением. Выяснилось, что у пациентов с инфарктом уровень плохого холестерина был ниже нормы, а пожилые пациенты с высоким холестерином живут дольше. Исследовательский институт Скрипса сообщает об успешном ходе клинических испытаний нового препарата с визитином, природным красителем, способным избирательно убивать стареющие клетки. В очень малых дозах он есть в разных овощах и фруктах. Ученые считают, препарат, продляющий молодость организма на 10%, может стать доступным в ближайшие пару лет.
представлена и новая разработка российских специалистов методика омоложения стареющих яйцеклеток с помощью цитоплазмы молодых клеток-доноров. Это может продлить срок функционирования репродуктивной системы женщин после 40. Медицинскую услугу стоимостью примерно 1 000 000 рублей разработчики планируют предложить пациенткам уже в следующем году. Обсуждаются также проблемы и новости сферы здравоохранения. Россиянам могут предоставить социальный налоговый вычет за санаторно-курортное лечение на территории нашей страны по аналогии с вычетом за медицинские услуги. Рассмотреть такую возможность правительство должно до 1 декабря. Также опубликованы данные по динамике цен в аптеках. По данным Росстата, в сентябре лекарства подорожали в среднем на 0,3%. Заметнее всего на процент и больше выросли в цене корвалол, поливитамины и бинты. Рост цен выше среднемесячного отмечен новолокардин, линекс, рейни, супрастин, гепарин натрия, аппараты для измерения давления и термометры. А вот эссенциали форте и валидол, напротив, подешевели. Итак, я уже в студии с моей гостью, и мы сейчас готовы услышать версии телезрителей, о каком заболевании мы сегодня говорим. Я знаю, что у нас есть звоночек. Давайте выслушаем вас, ответьте. Алло, мы слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Маргарита зовут. Вы узнали, о чем мы говорили? Вот такие ужасные факты, Мария. Ну, я предполагаю, что это остеопороз. Кто-то из ваших близких, может быть, знакомых, страдал от этого заболевания? Ну, честно говоря, нет, но я просто все время раньше путала с остеохондрозом. Ага. Вот, и учила этот вопрос. Ну что ж, Наталья Валентиновна, все правильно? Все правильно. Мы говорим действительно об остеопорезе. Спасибо вам за звоночек. Вот эти два билета, пожалуйста, ваши. Как их забрать у нас? Не отключайтесь, вам расскажем. Ну а я, конечно, представлю мою гостью сегодняшнюю. Это Наталья Валентиновна Смирнова, руководитель Нижегородского областного центра профилактики и лечения остеопороза. Здравствуйте. Еще Здравствуйте. Раз рада вас видеть. Сегодня, дорогие друзья, вы можете задавать любые вопросы моей гости, потому что вот консультации, телеконсультации. Если что-то волнует, если что-то интересует, пожалуйста, звоните, телефон прямого эфира работает для вас. 4-3-4-3-4-7-7, я еще раз его назову. Ну, а мы, наверное, начнем разговор того, что вот, конечно, о таком-то заболевании всегда нужно говорить, но вот чаще всего говорят о нем именно в октябре, мы не исключение. Почему? Расскажите, пожалуйста. Всемирная организация здравоохранения в 1997 году выбрала именно осень, а именно 20 октября, как день всемирной борьбы с остеопорозом, поскольку остеопороз является одной из самых актуальных проблем, которые сейчас есть в медицине всех абсолютно стран, в том числе и развитых, и она входит в пятерку социально значимых проблем, которые есть в здравоохранении всемирном, не только Российской Федерации или какой-то другой страны. Ну и кроме того, что это актуальная очень проблема, эта проблема действительно очень влияет на качество жизни, как вы уже в предварительных фактах, да, указали, что высокая смертность по-прежнему после перелома шейки бедра, высокая инвалидизация у этих пациентов, поэтому, конечно, трудно переоценить. Проблемы нисколько не занизили, да, значимость ее. Вот скажите, пожалуйста, все-таки эта проблема, простите, пожилого возраста, или она касается всех? Вот вы знаете, как обычно представляют остеопороз, почему мы всю эту статистику и приводили, что вот женщины как бы думают, ну, мне вот 30, мне 40, мне об этом думать еще пока рано. Это только у бабушек, там, за 70 глубоко такое случается. Правда это или нет? К сожалению, думать об остеопорозе как раз надо начинать даже не в молодом возрасте, а вообще родители должны задуматься об этой проблеме, когда они еще вынашивают и растят детей, поскольку то, понятно, формирование скелета происходит в основном в детском возрасте, и от того, насколько скелет будет хорошо сформирован, зависят дальнейшие проблемы, поскольку терять хорошо сформированный скелет получается медленнее, чем плохо сформированный. К сожалению, очень много сейчас молодых, в основном женщин, но не только, страдает остеопорозом из-за того, что у них есть
есть проблемы в гормональной сфере. Угу. Очень много сейчас худеющих, соблюдающих различные диеты, гормончики пьем и так далее. Да, принимающие различные препараты, которые иногда даже не запатентованы. Вообще люди у нас очень смелые, надо сказать. Есть такое, да. Да, интернет-магазины у нас продают различные добавки, пищевые, белковые, которые тоже могут содержать различные вредные вещества. Поэтому проблемы в молодом возрасте тоже, конечно, очень серьезно сейчас представлены. И считается, что к 2050 году количество переломов вообще вырастет в два раза. И за счет именно тех, кто сейчас является молодыми людьми. Именно то есть потенциально вот попадают в эту категорию наши, плюс, 50 плюс. К счастью, уже приходят молодые пациенты, которые уже что-то знают, уже задумываются, да. Но, как правило, они приходят уже, когда есть какая-то проблема. Если вот говорить все-таки о каких-то, вот, чтобы мы на пальцах понимали, вот почему с нами такое случается, почему перелом-то? Вот что-то не так с костями? Во-первых, ломается тот, кто падает. Это понятно. Все-таки что-то должно случиться. Любой человек, который часто падает по разным причинам, и это не только остеопороз, это могут быть и слабость мускулатуры, это могут быть различные заболевания, особенно мышечные у пожилых людей. Может быть, патология. Да, мышечная, суставная патология. Экстремальные виды спорта, ну, и не только тоже, спорта. Да, да. Те люди, которые часто падают, естественно, они ломаются по статистике чаще, чем те люди, которые не падают. И пожилой человек тоже, чем чаще падает, тем больше вероятность перелома. Все равно перелом-то не просто, должно что-то произойти. Да. Толчок, тряска какая-то, уж если совсем хрупкие кости. Но вот при остеопорозе как раз опасность получить перелом без всякой травмы. У меня были пациенты, которые, например, потянулись за грибком в лесу, почувствовали вот так резкую наклонился. Боль. Наклонился, да. Были пациенты, которые чашку подняли со стола в не очень удобном положении. А были пациенты, которые проснулись однажды утром с резкой болью в спине. Что случилось ночью, то ли повернулись, то ли даже не повернулись, неизвестно. Так иногда наступает перелом позвоночника остеопоритический. Были случаи, когда больные оступились и с переломом шейки бедра в течение недели-двух передвигались, Боже пытались мой, самостоятельно. То есть еще ходили? Даже, ну, боль это зависит терпели? От того, какой перелом. Да, да. Были переломы, которые также переломы голеней. То есть не всегда перелом, человек понимает, что это перелом. Особенно, когда это сначала, возможно, была трещина, и она то есть это не так, что вот не можете встать, да, вот когда перелом ноги, допустим. Бывает, а вот все-таки да. бывают и такие бывает случаи. По-разному. Буквально попрошу вас продолжить. Спустя минутку есть звоночек. Давайте примем. Алло, алло, мы слушаем вас. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. У меня вопрос такого плана. Видите ли, уже поставлен диагноз остеопороз, но плюс к этому у меня еще есть спондилез позвонков. И я хотела узнать, как сочетаются препараты, которые я принимаю от остеопороза с моим вторым заболеванием. Поскольку остеопороз укрепляет кости, а спондилез предполагает их сращивание. Вот не усилит ли прием этих препаратов второе заболевание спондилез? Давайте прокомментируйте, пожалуйста, Наталья Валентиновна. Спасибо за вопрос. Вообще очень часто вот та телезрительница, которая угадала правильно первое же заболевание, она как раз сказала нам о том, что я всегда путала остеохондроз и остеопороз. И спондилез как раз это является проявлением остеохондроза. Так вот, это оба дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата. В основе их идет разрушение, в одном случае хрящевой ткани, в другом случае костной ткани. Если раньше считалось, что остеохондроз как бы защищает от остеопороза, то сейчас с развитием медицины представления изменились, к счастью, поняли, во многом. Что поняли, что они, как мешали, правило, да. идут вместе. Да, как правило, они идут рука об руку, усиливая друг друга.
и постепенно формируются переломы позвонков, они сочетаются с выраженными вот, изменениями позвоночника по типу спондилеза, это усиливает болевой синдром. Ну вот с препаратами-то как быть? Препараты на самом деле, они не ухудшают состояние по спондилезу. Если имеется в виду препараты кальция, я так понимаю, которые у нас же очень часто острый хондроз, это выпадение солей, да, у нас очень часто такое представление бывает у пациентов. Но действительно, в месте разрушения хрящевой ткани могут выпадать соли, в том числе и соли кальция. Но дело в том, что для того, чтобы эти соли кальция из препаратов или из пищи поступали туда, куда нужно, необходим витамин D и необходимы специальные препараты, которые лечат остеопороз. Конечно, если вы будете просто есть много кальция, ничего хорошего так не будет. Как сочетается? Вопрос-то был, собственно, можно ли сочетать и как? Можно вот, сочетать. Да? Можно сочетать. Но это на контроле врача должно Специалист, быть. Конечно, должен наблюдать за процессом и решать, потому что дозы кальция тоже в течение последних лет они меняются. Меняются сейчас. Требования другие. Но главное, что да. не мешает одно другому. Да. То есть прием есть противопоказания. Ответ такой. Давайте да. прервемся ненадолго, посмотрим прогнозы для людей метеочувствительных и вернемся в студию. По сообщениям синоптиков, в выходные в понедельник ожидаются дожди. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов, ветер слабый. К середине недели потеплеет до плюс 14. Атмосферное давление, фон которого оставался повышенным последние дни, понизится и приблизится к норме. Это уменьшит вероятность проявления метеопатических реакций. Буквально двое суток назад магнитное поле Земли стабилизировалось после воздействия потока солнечного ветра. И на ближайшие дни прогноз благоприятный. Геомагнитные факторы не должны оказывать какого-либо воздействия на здоровье и самочувствие. А с 18 октября вероятность магнитных бурь растет. Предположительно, возмущения достигнут уровня слабой магнитной бури ровно через неделю. Сейчас время серповидной растущей Луны, энергия живых организмов увеличивается. Человек становится эффективнее в своей деятельности. Активизируются аналитические ресурсы мозга, творческих людей посещает вдохновение. Вторник и среда – дни первой четверти, когда в небе видна ровно половина Луны. Замечено, что в это время усиливается благотворное влияние физиопроцедур. Мы снова в студии. У меня сегодня в гостях Наталья Валентиновна Смирнова, руководитель Нижегородского областного центра профилактики и лечения остеопороза. Вот прошу прям буквально немножечко побыстрее отвечать на вопрос Натальи Валентиновны. Еще у нас ждет телезритель. Пожалуйста, мы готовы ответить. Да? Алло, да. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Виктор. Такой вопросик у меня. Маме 80 лет, диагноз остеопороз. Позвоночник один сложился. Позвоночник. Написали пожизненно фарозу пить. Фароза в аптеке пропала. Не подскажешь, чем можно заменить эту фарозу лекарство? Ну, вы знаете, фароза – это препарат алендронат. И, в принципе, любой препарат – это дженерик, это подобие. Подобных много. Подобных много. Да? Главное посмотреть, что написано на вашей упаковке. Там написано алендронат. И вы можете в доступной цене, так сказать, что по вашему карману в аптеке выбрать любой другой препарат. Не будет какого-то такого различия серьезного между препаратами? По сравнению с фарозой маловероятно. Сейчас все дженерики в основном, как бы они хорошие. Я не знаю плохих дженериков. У нас сейчас, к счастью, на рынке. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, мы вам помогли. Но давайте все-таки скажем, Наталья Валентиновна, вот как бы хотелось бы понимать, раз такое заболевание с нами случается, не всегда в возрасте, что нам делать? Вот условно говоря, тебе 50 лет. Дальше что? Вот что? Мы идем куда-то, мы к терапевту идем? Или вообще наши поступки? Ну, чаще всего в 50 лет женщина задумывается о том, что у нее вот-вот начнется или уже началась менопауза. И она прежде всего идет к гинекологу. К счастью, гинекологи у нас очень часто советуют обследоваться. А вы проверьтесь, говорят. Да, да, и назначают обследование по остеопорозу. Это очень приятно. У нас гинекологи очень продвинутые в городе в этом плане. Каким-то женщинам, вот группе женщин, надо особенно вот к этому особенно внимательно? Надо обратить внимание на себя женщинам стройным, как раз вот субтильной такой конституции, тем, кто соблюдает диету, те, кто страдает заболеваниями суставов, особенно женщинам, у которых уже у самих были переломы какие-либо любые, и особенно тем, у кого в ближайших родственниках есть
Кто-то с переломом. Кто-то с переломами шейки бедра. Это особенно усиливает вот этот риск. Да. К терапевту можно пойти назначиться, условно говоря, и сказать, вот я все-таки как-то хочу узнать, все ли у меня хорошо. Вообще, а он да. на вас направление даст и отправит нас в центр лечения остеопороза. Ну, для этого, конечно, не надо идти в центр остеопороза. Хотелось бы, чтобы к нам-то уже поступали больные с диагнозом, которые действительно требуется помощь уже каких-то специалистов, потому что вообще это рутинное достаточно заболевание. Как вы видели, это заболевание очень распространенное, и поэтому если им будет заниматься только геронтологический центр, это будет как бы очень сложно, и мы погрязнем в этом. Ну вот это вот диабет, терапевту достаточно. Это то заболевание, про которое нужно знать, оно всегда с тобой, оно не вылечится. Да. И ты просто учишься жить с этими требованиями, для этого существует школа остеопороза, и в общем-то наблюдаешься ты у специалиста, ну прям раз в какой-то период, чтобы просто понимать, а у тебя есть назначение, есть лечение, прям очень коротко, что это такое, мы знаем, что это препараты кальция, кальция рекомендуется есть? Ну, препараты кальция, препараты витамина D и препараты, которые способствуют проникновению этого кальция в кости и, соответственно, замедляют разрушение костей. Антирезорптивные препараты. Есть называемые. Звоночек, Наталья Валентиновна, давайте будем отвечать. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Вера Леонидовна. Где можно пройти обследование на остеопороз? Отвечайте, ну, пожалуйста. Речь, наверное, идет про денситометрию. Сейчас денситометрия, в общем-то, в городе в нескольких местах проводится. Сейчас заработала рентгеновская денситометрия. Угу. Да, она проводится у нас в геронтологическом центре. Больница номер три, да. Она сейчас начала проводиться в диагностическом центре. В общем-то, тоже доступна помощь. Ну, и в ряде клиник. Я знаю, что и коммерческие компании тоже их подкупили, большие рентгеновские есть аппараты. Есть и рентгеновские денситометры. Есть, кстати говоря, денситометр также давно очень работает в НИИТО, но сейчас они называются Институт постдипломного медицинского университета. Повышение квалификации, очень сложное название, да, но ГИТО или НИИТО все знают, в общем-то. У нас ясно. В городе. Ну, а можно же какой-то все-таки скрининг? Это вот надо взять направление, выставить очередь. Я знаю, что существуют другие методы, и знаю, что вы как раз хотели об этом рассказать, потому что 20-го числа. И есть методы ультразвуковой диагностики. В общем-то, для скрининга вполне этого достаточно. Еще раз повторю, что очень многие пациенты вообще не нуждаются ни в какой диагностике для того, чтобы им поставить остеопороз. Есть специальные программы, Есть программы, которые вообще доступны даже в интернете, и пациент может самостоятельно или при помощи каких-то своих более молодых родственников пройти. Ну вот мы постараемся на нашем мероприятии помочь. Вот расскажите, на самом деле еще ничего не сказали на мероприятии. На самом деле, дорогие друзья, вот областной центр нашего остеопороза проводит вместе с очень многими партнерами акцию 20 числа, которая называется «Остеопорозу нет», и в гостиницу АК приглашаются все желающие пройти вот эту самую диагностику, первичный скрининг. Там бесплатно будет работать огромное количество специалистов. Наталья Валентиновна, я знаю, тоже будет как бы... Ну, там, конечно, не рентгеновский аппарат, а аппарат ультразвуковой. Ультразвуковой, конечно. Но он тоже поможет, и Наталья Валентиновна будет лично консультировать, если вот так вот сразу вас отдаю, да, на растерзание. Но вот на самом деле, как бы, будет интересно. И школа остеопороза, да, потому что... Школа остеопороза, я ознакомлю желающих с проблемой, с возможностями ее решения, надеюсь, помогу определиться, нужна ли им помощь специалистов. И, в общем-то, у нас там действительно будет работать ультразвуковой денситометр, который поможет определить, нужна ли помощь. И будет проводиться скрининг по программе ФРАКС, который даже без денситометрии, в общем-то, уже дают результат, позволит определиться. Ну, а я тоже еще немножко скажу, что будет присутствовать кардиолог на встрече, диетолог. Вот, кстати, про диетологию. Очень многие специалисты 20-го, в общем, на самом деле, с 10 утра и до 4, да, до 4:30 будет это мероприятие проходить. Тут все желающие могут прийти, особенно, конечно, люди 50+, да, вы ждете, Наталья Валентиновна? Конечно. Люди 50+, могут просто вот гуляя до гостиницы АК и получить полное представление об этом заболевании, чтобы знать, что делать. А насчет диетологии, вот не случайно молочные продукты у нас на столе лежат. Почему лежат, рассказывайте. Очень аппетитные продукты, кстати, я уже говорила, сыр вкусно пахнет. Ну, конечно, желательно получать для профилактики и даже при лечении остеопороза
кальций из продуктов, угу. если у пациентов не нет ограничения. Но и... Конечно, потому что усваиваются все равно из продуктов питания кальций гораздо лучше, чем из любых таблеток. Вообще кальций усваивается достаточно сложно. И если пациенты говорят, что да я постоянно, я только на молочных продуктах, и потом начинаешь спрашивать, а сколько вообще ты употребляете? Ел, да. Ну вот я каждый день ем йогурт, например, или я каждый день ем полпачки творога. Но на самом деле это очень мало, потому что один йогурт – это 100 миллиграммов кальция, полпачки творога – это 100 миллиграммов кальция, стакан молока – 200 миллиграмм кальция. Ну, вот и получается, а надо да. сколько кальция? А надо вот после менопаузы и мужчинам после 50 лет им нужно съедать 1500 миллиграммов кальция в сутки. Это потребность наша. Но опять же, если нет каких-то ограничений по другим заболеваниям, особенно кардиологическим. Ну вот такая получается вещь, что, в общем-то, так ты и не съешь. Чуть-чуть всего нет. Сложно. Ну, кальций содержится не только в молочных продуктах, он содержится и в зелени, и там, скажем, в корне сельдерея большое количество, орехи. Инжир, кунжутное семя. Ну, особенно семя, орехи. Вот кунжутное это... семя, да, но его тоже ложками есть не будешь. Но понемножку того разнообразное питание, в общем-то, оно позволит, по крайней мере, приблизиться к той норме, которая, в общем-то, и, кстати, вообще, на самом деле, дорогие друзья, я точно знаю, потому что вот недавно статистику тоже видела, россияне молочных продуктов не доедают. То есть вот мы вот этой утвержденной Минздравом нормы, да? к сожалению, нет. Но вот, пожалуйста, в один день можете есть разные молочные продукты. В сыре очень много кальция, да. очень творог полезен, молоко, йогурт. Но совместить вот хотя бы 3 продукта в день как-то Конечно. Надо умудриться. Спасибо. Есть звоночек? Давайте ответим. Алло, мы слушаем вас. Алло. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я когда-то, лет 5 назад, я... оступилась, с машины сходила. И у меня обратилась потом к хирургу, он поставил мне как бы перелом на позвоночнике там какой-то. Угу. Вот. И после этого я хотела полечиться бы, но он рассчитался. И больше я ни к кому не могла попасть. Ну, к травматологу попала, он мне ничего существенного не сказал. И вот что мне делать? Ну, у меня идет изменение в спине. У меня прям как бы горб нарастает. Угу. Вот. И я не знаю, что вот делать. Бывают такие, конечно, боли. Понятно. Понятно. Спасибо за звонок. Но я думаю, что вот вас-то как раз, наверное, Наталья Валентиновна и ждет 20-го числа. Конечно, это уже пациенты, которых надо лечить. Но вообще, конечно, проблемы такие, их уже решает не травматолог, потому что с травматологом вы закончили, когда вы оступились. Да, травматологи больше ничего сделать не могут. Здесь уже сейчас проблемы болевого синдрома должны решать с вами неврологи, возможно, нейрохирурги. То есть нужен прежде всего рентген позвоночника. Скорее всего, нужны компьютерная томография и МРТ, и консультация нейрохирурга. Потому что, скорее всего, идут деформации. Дальше. И, конечно, консультация в центре остеопороза. К сожалению, денситометрия в данном случае будет только по шейке бедра актуальна, угу. потому что позвоночник непоказательный не будет. Угу. Да, и, наверное, лечиться надо уже точно. Ну вот и обращаться давно. Все-таки именно вот в специализированные заведения, Конечно. Там, где обозначение идет центр остеопороза. Ну а познакомиться с Натальей Валентиновной, может быть, где-то записаться. На самом деле, вот вы можете, придя 20 октября в гостиницу АК на акцию «Остеопороза нет, врачи для вас работают бесплатно целый день». Последнее, что хотела спросить, вот буквально из такого очень важного, о чем всегда спрашивают. Вот если говорят остеопороз, то как же, я же и подвинуться не могу, вот и наклониться не могу, что случится. И в то же время прописано, что полезно движение и нагрузки физически при остеопорозе. Это как? Какие виды движения тогда полезны? Движение – это жизнь. Вообще любые движения на свежем воздухе приветствуются. Угу. Но я имею в виду движение какое. Самое лучшее движение – это ходьба. Сейчас очень большую популярность набирает скандинавская ходьба. Вот как раз мы видим с вами на экране. Да? Молодая женщина, в общем-то, идет. Сейчас очень популярно это в Европе. В нашем Нижнем Новгороде тоже я очень часто вижу, поскольку у нас вот на набережной ходит огромное количество людей в парке, действительно. Сейчас стадионы есть, на которых тоже это распространено. Вообще, это самый простой вид движения. Он позволяет улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, конечно, опорно-двигательного аппарата. И это то, что можно практически всем, без ограничений. Еще что-то? Плавание, какие-то еще виды? Вот, или каких движений избежать? Вот так, может быть, вы скажете. Плавание – приятная процедура. Она, ну, можно...
может развить некоторую как бы мускулатуру. Главное, она разгружает позвоночник. В общем-то, она не противопоказана, и можно ее проходить. Возможно, она общее состояние улучшит, поэтому она укрепит и позвоночник. А чего надо избегать? Наклона, резких наклонов. Вообще резких движений. Резких движений. Вот спрашивают, потому что вот то слышишь акции какие-то для пожилых, там карате для пожилых и так далее. И, так. Да. И хочется спросить, вот те, которые пошли на карате для пожилых, они взяли у Натальи Валентиновны справку о том, что нет остеопороза и прыгать можно? Конечно. Вот, конечно, любые подъемы тяжести, любые резкие движения, повороты вокруг своей оси пожилым людям не рекомендовано. Если это нужен наклон, то этот наклон должен быть не с прямыми ногами. Надо чуть-чуть приседать для того, и чтобы плавно, уменьшить. Да, и, конечно, плавно. И постараться использовать какие-то средства, если нужно что-то поднять, опереться на стол, например, рукой, чтобы поднять какую-то вещь там с пола, скажем. То есть какие-то средства использовать. И для того, чтобы не упасть еще, вот, надо постараться все эти движения делать там, где у вас не будет никаких препятствий. В общем, свой дом все-таки тоже стоит обезопасить. Да, вы, пожалуйста, об этом позаботьтесь. Помните, что все-таки возраст, хоть мы еще и бодримся и так далее, кости наши этого не любят. Будьте, пожалуйста, здоровы, уважаемые телезрители. Желаем мы вам с Натальей Валентиновной. Еще раз скажем, что 20 октября это акция, остеопороза нет. Вот узнайте, пожалуйста, больше. Я думаю, что в газетах везде это вы прочитаете. Это программа «Здравствуйте». Мы сегодня говорили о проблеме остеопороза и о том, как важно получать с едой достаточно кальция. Но вообще, конечно, еда должна быть богата всеми питательными элементами, должна быть полностью сбалансирована. Сейчас завершается октябрь, такая середина осени, завершается сезон богатый овощами и фруктами, местными, непривозными, потому что именно местные полезны, и богатые микроэлементами и питательными веществами другими. Так вот, в общем-то, у многих сейчас стоит задача как-то сохранить все это богатство так, чтобы питательные вещества остались в замороженном виде в продуктах или в сушеных. На самом деле и заморозка, и сушка прекрасно сохраняет все полезные вещества, ну, по крайней мере, большинство. Но, как и в любом деле, например, в деле сушки тоже есть свои тонкости, и даже такие приборы, которые называются сегодня по-научному дегидрататоры. На самом деле, в простом можно назвать сушилки, но знать об этом, я думаю, стоит всем подробнее. У нас рубрика продолжит выпуск «Практикум здоровья». Сушка ягод, фруктов, овощей, грибов и зелени популярна по разным причинам. При этом в способе заготовки сохраняется питательная ценность и много полезных веществ, обычно процентов 60. Если есть сад-огород, незаменимо, просто и удобно, особенно с сушильным аппаратом. Причем продвинутые технологии сушки, как, например, у новозеландских электросушилок Изидри, лидеров среди бытовых сушилок по тестам популярного европейского журнала Good Organic Gardening, позволяют достичь еще большей сохранности витаминов и минералов – 70, 80 и более процентов. Воздух подается снизу вверх через вот эти вот решетчатые отверстия. Также подается через отверстия, которые по периметру, и через середину, через центр в стороны. Просушка получается очень равномерной, поддона совершенно нет необходимости менять местами, и получается очень хороший и вкусный продукт. Термостат поддерживает заданную температуру, воздух нагнетается в область нагревательного элемента и циркулирует так, что запахи разных продуктов не смешиваются. Поддонов можно разместить до 25, и все будет просушено равномерно. Сушилка способна работать круглосуточно и даже круглогодично, как холодильник, не требуя контроля. А еще одна причина популярности современных сушилок – кулинарный интерес. Можно готовить всевозможные изыски. Натуральные без консервантов домашние мюсли, чипсы, пикантные сушеные закуски и деликатесы, вроде вяленой маринованной говядины. Пастилу с различными вкусами и орехами, сухие основы для соусов, ингредиенты и украшения для выпечки. Тут фантазия безгранична. Кстати, сделать саше из лепестков или засушить букет цветов тоже возможно. Фирменные новозеландские сушилки «Изидри» в Нижнем Новгороде эксклюзивно представляют садовые центры плодородия. Большая Печерская, 68, проспект Ленина, 58. И всем, кто посмотрел наш ролик и соблазнился на покупку, скидка 5% дополнительно.
Знаете, вот буквально недавно видела статью, в которой действительно очень серьезные исследования проводились на тему того, что вот герметично упакованные сухофрукты, где влажность где-то 2-3% всего, вот в герметичном виде в морозилке при минус 18 могут храниться 100 лет и больше. Ну, в общем, столько нам, конечно же, не надо, но уж 1-2 года вполне вот при такой степени сушки наши продукты сохранятся, ничего не потеряют. Нужно только периодически проверять места хранения и вот сами эти продукты на плесень, на присутствие плесени. Она вездесущая, и с ней связано одно заблуждение, о котором в нашей новой рубрике мы расскажем прямо сейчас. Печальная данность такова. Хлеб имеет свойство плесневеть. Купил свежий, а уже через пару дней гадаешь, то ли в доме нарушены санитарно-гигиенические нормы, то ли правда существует хлебный заговор производителей, чтобы мы покупали больше. Но может, хлеб вполне съедобен, если обрезать пострадавшие места? Это заблуждение. Удалив пораженный грибком участок, не избавимся от проблемы. Мелкие споры распространяются почти равномерно, и хлеб заражен куда масштабнее, чем кажется. Мы видим лишь верхушку айсберга. А хлеб с плесенью – это не особый сыр, а испорченный продукт. Легкомысленно к нему относиться не стоит. Это грозит пищевым отравлением, тяжесть которого зависит от количества съеденного, концентрации грибковых спор в продукте и сопротивляемости организма. Даже если пару раз ничего не случилось, на третий, когда мы в ослабленном состоянии, получим все прелести интоксикации. Кроме того, учеными высказывалось мнение, что употребление заплесневелых продуктов увеличивает риск развития онкологических патологий. Наконец, существует аллергия на плесень, что тоже неприятно. Заблуждением является также то, что термическая обработка поможет в борьбе с хлебной плесенью. Увы, это не так. Если хотим есть качественный продукт, сэкономить не получится. Путь испорченному в мусорное ведро, а нам в магазин. Покупать хлеба меньше, но чаще. Копилка заблуждений в нашей программе будет пополняться. Если у вас, уважаемые телезрители, таковые есть, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, будем вместе разбираться. А на сегодня у нас все. Я прощаюсь с вами до встречи ровно через неделю. И, как всегда, желаю здравствуйте, пожалуйста, будьте здоровы.